Нотариусы Республики Беларусь осуществляют нотариальную деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. По общему правилу, для совершения нотариального действия гражданину необходимо лично явиться к нотариусу. Однако бывают ситуации, когда обращение к нотариусу в нотариальную контору невозможно. Например, проблемы со здоровьем, преклонный возраст, ограниченные физические возможности, отсутствие свободного времени. И в ситуации, когда гражданин не может лично явиться в нотариальную контору, вот тогда и нужен нотариус для того, чтобы выехать на дом для совершения нотариального действия. Совершение нотариального действия с выездом нотариуса на дому – это процедура совершенно простая и ничем не отличается от той процедуры оформления документов в посещении нотариальной конторы. Нотариус, удостоверившись в дееспособности гражданина, о его осознанности в его действиях, имея на руках все необходимые документы, может совершить нотариальное действие, за осуществлением которого обратилось заинтересованное лицо. Прежде чем вызвать нотариуса на дом, заинтересованное лицо должно предоставить нотариусу информацию о характере нотариального действия. В зависимости от конкретной ситуации, нотариус назовет перечень всех необходимых документов, которые необходимы для подготовки выезда нотариуса на дом, а также согласовываем дату и время визита. За совершение нотариального действия и оказание услуг правового и технического характера уплачивается нотариальный тариф. Оплачивается также сам выезд нотариуса, который составляет одну базовую величину. Оплату произвести можно путем безналичного перечисления через отделение банка, через платежную систему ЕРИП, а также платежной банковской карточкой через терминал, установленный в нотариальной конторе. Также следует отметить, что существует категория граждан, которые освобождаются от уплаты нотариального тарифа за выезд нотариуса на дом. Это, например, инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Вызов нотариуса на дом – довольно востребованная и актуальная на сегодняшний день услуга, которая пользуется большим спросом. Она значительно облегчает совершение нотариальных действий для некоторых категорий граждан, а также является порой единственной возможностью оформить нотариальный документ, не приезжая в нотариальную контору. Нотариусы также осуществляют нотариальную деятельность и обслуживание сельского населения в агрогородках. За каждой нотариальной конторой закреплены соответствующие агрогородки. Нотариусы выезжают в агрогородки при поступлении не менее одной заявки на совершение нотариального действия и/или оказание услуг правового и технического характера в соответствии с графиком выездов, которые утверждаются ежеквартально. Вне графика выездов в случае поступления на дату, не предусмотренной графиком, заявки могут быть от ветеранов Великой Отечественной войны или лица с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Заявку можно подать в одну из нотариальных контор, за которыми закреплены соответствующие агрогородки в любой форме – устной, письменной, в том числе по электронной почте. С 3 января 2021 года вступили изменения, внесенные в Закон Республики Беларусь от 18 июля 2004 года о нотариате и нотариальной деятельности, в соответствии с которыми изменились компетенции уполномоченных должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов по совершению нотариальных действий. Сейчас только нотариусы совершают такие нотариальные действия, как завещание, согласие, доверенности. Уполномоченные лица, должностные местного сельского исполнительного комитета по месту жительства граждан, могут удостоверять только доверенности на получение пенсий и пособий. Нотариусы взаимодействуют с должностными лицами, чтобы все граждане, проживающие или временно находящиеся в сельском населенном пункте и нуждающиеся в нотариальных услугах, могли получить достойную, качественную и квалифицированную помощь.